Одной из стратегических инвестиционных площадок Десногорске является полимерный завод. Ольга Окунева побывала на предприятии 1,5 года назад, и поэтому ее особенно заинтересовали преобразования, которые в последнее время происходят на этом производстве. Вместе с главой Андреем Шубиным они обошли строящиеся цеха и также действующие мощности. Депутат отметила, что как обыкновенному потребителю ей понравилась готовая упаковочная продукция. Такую упаковку просто приятно взять в руки, и она радует глаз. Я была на этом предприятии 1,5 года назад, и, знаете, восхищают, какие изменения происходят, что это появляются новые производства, всегда восхищает культура на производстве, что руководитель видит перспективы, задачи. И, знаете, мне как депутату Государственной Думы, тогда, когда рассматривается проект федерального бюджета, и слышишь о том, что есть и рост внутреннего валового продукта, как работают программы импортозамещения, что там в середине года пересматривается бюджет, потому что хорошо сработала экономика и сработала не за счет нефтегазовых доходов, как это было раньше, да, а что это именно за счет работы реальной экономики. Андрей Шубин со своей стороны озвучил, что развитие таких предприятий в городе способствует укреплению экономики и увеличению бюджетных отчислений. Также все отметили высокий уровень культуры современного производства. За счет таких предприятий будет развиваться город. Вот то, что мы сейчас занимаемся разработкой стратегии развития города до 2030 года, это один из элементов данной стратегии. Потому что, когда предприятие развивается, создаются рабочие места. Создаются рабочие места, налоги, они поступают в местный бюджет. А то, как будет наполняться местный бюджет, будет зависеть от благосостояния наших горожан. Вторая встреча, которая состоялась уже в администрации, это беседа с молодежным советом. Депутат Ольга Окунева координирует проект Государственной Думы «Крепкая семья». Поэтому ее напрямую волнуют проблемы, связанные с молодежной политикой. Поскольку именно здоровая, сильная молодежь – залог будущего здорового общества и крепкой семьи. Ее порадовало то, что молодые люди в нашем городе неравнодушны к некоторым негативным проявлениям жестокости среди подростков, озабочены развитием подрастающего поколения, пропагандируют патриотизм и здоровый образ жизни.